В индийской Шимле состоялся ежегодный заезд на горных велосипедах. В мероприятии, которое проходит в этом курортном городе с 2005 года, приняло участие более 100 профессионалов и любителей. Они приехали из 7 стран мира, включая США, Великобританию, Австралию и Новую Зеландию. Это захватывающее мероприятие. Одно из крупнейших событий в году в мире спорта и катания на горных велосипедах. Я люблю горы. Горный велосипедный спорт в Индии все популярнее. Вот почему я здесь. Несколько лет назад я ничего не знала о катании по горам на велосипедах. Я начала заниматься этим спортом всего 8 месяцев назад. Это первая гонка, в которой я участвую. Длина трассы 106 километров, и она не из легких. Участники проезжают по густым сосновым лесам, перебираются через небольшие реки и ручьи, колесят по горным тропам и деревенским улочкам. Ежегодный велопробег Hero MTB Гималаи – один из сложнейших среди гонок на горных велосипедах. За 14 лет в нем приняло участие около 1500 спортсменов. При этом не все добираются до финиша. Часто велосипеды сходят с дистанции из-за поломок или травм. Так, в 2011 году стартовало 104 участника, а до финиша добралось лишь 42. В этом году размер главного приза составил около 10 тысяч долларов.